тетеньки и дяденьки, может, уже даже бабушки и дедушки. Может, это усы? Да, я это улыбка. Пришлешь в группу. Какое-нибудь. Ну, а что ты вставаешь? Мы со Светкой всегда стояли вместе на уроках физкультуры. А я еще стоял. Саня, твоя парта вон там. Иди садись. Что это за чудо? Это я для вашего коллектива нажарил молок. Да неужели же, господи? Лососевое. Я соскучился по нанайским блюдам. С японским соусом на салатике. Пожалуйста. По крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Это красиво. И это. И теперь мы вспоминаем тех, кого уже рядом с нами нет давным-давно. Я так думаю, поименно. Да нет, конечно. Давайте скопим за всех, да, потому что все они классные, все они обалденные. Ну не 50, наверное, процентов 35. 30, да точно, наверное, есть. 35. Земляем пухом. Земляем пухом. Да. Они были классные, обалденные. Да, и царствие небесное. Никуда от возраста не деться. Годы пронеслись, как из ружья. Где-то в прошлом растворилось детство, но остались школьники. Рица для нас с тобой покрыта в школе дверь. Посмотрите, какие нам подарочки Таня задарила. Вот это вот. Вот это вот. Спасибо! Муа! Пожалуйста, поздоровилась, сиди с удовольствием. Что, любимая? Заварить. Хотя бы таким составом. Но мы смогли. Все-таки. Да. Через 30 лет. Повторяется такое. Так что вот такие, ребята, дела у нас. Да, правильно. До встречи.